конечно же, прямо сейчас ждем ваши аплодисменты, потому что на сцену партийной зоны прямо сейчас выйдет легендарная группа «Лицея». Встречаем. Ну, скорее, ну, пожалуйста, ну, побольше аплодируйте. Привет, друзья! Привет, Вегас, партийная зона! Ну что, провожаем последние летние выходные! Спасибо, друзья. Она не верит больше в любовь. Она не верит больше в любовь. Живет, как перелетная птица. Она не верит больше в любовь. Но знает, все еще повторится. Она стоит и смотрит в окно. Любовь была сильнее нее, но оказалось все-таки лишней. Подожди, не плачь, не надо, будет он с тобою рядом, и тебя влюбленным взглядом от тревог убережет. Подожди, не плачь, не надо. Все обиды унесет.
Спасибо, друзья! Ну что, все готовы к новому учебному году? Да? Все отдохнувшие, загоревшие, такие красивые. Ну что, через недельку осень. Встречаем, поем. Свет твоего окна для меня погас, стало вдруг темно. И стало все равно, есть он или нет, тот волшебный цвет. Свет твоего окна, моей любви, боль моей любви. Ты отпусти меня, ты отпусти меня, и больше не зови, не зови, не зови. Осень, осень, лес остыл сбросил, и лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он май, вечный май. Свет твоего окна, он или нет, и выпал первый снег. Снег, 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 это же вода, растает и уйдет, как моя беда. И лихой ветер гонит их за мной.
В истории в российском шоу-бизнесе мелькало немало женских групп, но тех, кто сумел удержать звездный состав и просуществовать на сцене столько, сколько групп «Полицей», а именно 25 лет таких пока не набралось, к сожалению. Настя, вопрос к тебе. Бери микрофон. Хочу задать такой вопрос. Я собственно, как ты думаешь, в чем секрет группы «Лицей» и такой вот долговечности? В том, что, может быть, нет других девичьих групп, которые работают в жанре поп-рок? Ну, я думаю, в первую очередь, во-первых, мы занимаемся тем делом, которое нам нравится. Это наше любимое дело. Мы делаем его со всей душой, искренне. Ну и, конечно же, наши песни, которые полюбились, которые любят, которые слушают, которые поют. И уже не одно поколение, можно сказать, выросло на наших песнях. Нет, действительно, очень приятно, когда на концерте уже подходят семьями, и детки также слушают «Лицей», воспитываются на правильной музыке. Ты являешься продюсером коллектива. Да, скажи, пожалуйста, а почему ты не продвигаешь молодых артистов, может быть, каких-то новых, интересных? Или сейчас профессия продюсер уже не так актуальна? Ну, в основном я занимаюсь группой «Лицей», и на этом мое продюсирование заканчивается. Вот, она отнимает очень много времени. Но я подумаю, может быть, я же еще занимаюсь преподаванием вокала. Уже 15 лет, у меня много талантливых студентов. Может быть, со временем что-то, какой-то репертуар сделаем вместе с ними. Так, записываемся тогда все к Насте Макаревич на занятия по вокалу. И обязательно станем звездами. А я передаю слово другой Насте Матвиенко. Она у нас мастер жанра вербального. Настя, тебе слово.